Прежде чем стать современным икаром и на крыльях покорять невероятные высоты, энергетик прошел всю теоретическую наземную и воздушную подготовку. Во-первых, это физическая тренировка. Вес крыльев порой достигает до 35 килограмм. Только научившись правильно собирать все части летательного аппарата и выполнять далеко не легкие пробежки с дельтапланом, можно перейти на следующий этап – пробных полетов. Полет по заданному маршруту – одно из самых сложных и увлекательных упражнений дельтапланериста. Также бывают гонки, полеты на дальность. Самый дальний полет спортсмена из олимпийского предприятия «Мосьюга» – 92 километра. Ну, каждый полет по-своему новый. Ну, ощущения неописуемы. Отрешаешься от всего мира, от всего мирского. Не думаешь ни о чем, чувствуешь крыло, чувствуешь ветер, чувствуешь погоду, прочувствуешь все нутро. Легкое парение, воздушные пируэты, словно орел кружит по волнам Пятого океана. Там на небе, на высоте 1000 метров, человек становится другим. Это только со стороны кажется легко и просто. На самом деле целое искусство, которое достигается путем ежедневных тренировок. Особое внимание к экипировке спортсмена. Все должно быть идеально. Подвесная система, костюм, на языке воздушных асов рыба, шлем, перчатки. Воздух – постоянно изменяющаяся среда, и спортсмены должны знать все пути и хитрости, которые могут обеспечить безопасность и красоту полетов. Сегодня Георгий Далакян – кандидат в мастера дельтапланерного спорта. За его плечами участие в чемпионате СНГ, Кубка Казахстана и России. Его личный рекорд – высота 3 километра 100 метров. Самый продолжительный полет – 5,5 часов. Дальнейшие мои планы. Так как молодой, амбициозный, попасть в сборную страны. Ну и больше удачных посадок. Удачных взлетов. Не бояться трудностей, быстро ориентироваться в стрессовой ситуации – этому учит дельтапланеризм. В силу своей профессии Георгию часто приходится решать сложные производственные задачи. Спортивная закалка позволяет ему без каких-либо трудностей выполнять свою работу на высоте. Наталья Валуйская, ФСК ТВ, Юг.